Доброе утро всем, кто начинает новый день вместе с нами. И в эти ранние часы у нас в студии гости Лариса Подхватилина, координатор учебных программ школы дизайна. Доброе утро. Доброе утро. Школа дизайна начинает набор по программам дизайн интерьера и графический дизайн для взрослых. Хочется узнать, должно ли быть какое-то начальное художественное образование у тех, кто хочет обучаться? Ну, вы знаете, здесь, наверное, совершенно не обязательно. Мы научим и тех, кто что-то уже умеет, и продвинем его дальше в своей деятельности. Ну и также мы поможем тем, кто начинает с нуля, обучиться знаниям в дизайне. За 13 лет школа дизайна выпустила более 7 тысяч человек. Чем так популярны ваши курсы? Что привлекает прямиков и что входит в программу? На самом деле речь идет о двух совершенно разных курсах. Курс графического дизайна и курс дизайна интерьера. Но в этих курсах есть нечто общее. Мы обучаем человека рисовать. Рисовать обязательно, потому что ни один дизайнер не существует без рисунка. Это академический рисунок, это живопись, это композиция. Это развитие вкуса другим способом, цвет и вкус вообще не развить. Кроме того, там проходят занятия по работе с клиентом, а также так называемый менеджмент, то есть как открыть свою фирму. Если говорить отдельно, то графический дизайн – это курс, который позволяет человеку начинать с разработки фирменного стиля какого-то, допустим, какой-то компании, то есть предложить ему полный спектр от разработки логотипов, причем индивидуально совершенно, потому что люди занимаются трансформацией, стилизацией и учатся создавать нечто новое. Сюда же входит разработка сайта. Сайт у нас не работает по шаблонам, то есть люди прописывают полностью и версию загоняют, собственно, в интернет. Дизайн интерьера – это отдельная тема, потому что нам не очень близка эта тема. Интерьер мы изучаем, начиная от перепланировки, планировки, зонирования, расчета света, электрики. То есть там очень большая-большая история всего. Изучаем стили, их порядка 50. Ну, кому интересно, можно заглянуть, конечно, в интернет, но живое общение, живая передача от дизайнера, она несколько, наверное, будет интересней. Люди смогут в результате обучения, во-первых, нарисовать проект полностью, от и до все чертежи. Во-вторых, отрисовать 3D-графику. У нас 3D-графика с VRM, очень хорошее качественное изображение. А также скетч, быстрая зарисовка или отмывка. Мы умеем все. А сколько длится обучение и какие документы слушатель курсов получит после? Слушатель получит, в первую очередь, он получит диплом по окончанию 8-месячного курса. Диплом за собой влечет огромное портфолио, за дипломом стоит крепкие знания, ну и, в общем-то, красота процесса, защита диплома – это тоже неотъемлемая часть. Занимаемся мы 8 месяцев, это длительный или короткий срок, очень сложно сказать, но тем не менее, это каждый день с половины 10 до 3 часов, с понедельника по пятницу, творческая жизнь, творческая деятельность. Для тех людей, которые сегодня, наверное, вот сейчас могут в это время, это курс для вас. Если вы случайно не поступили в институт, простите, такое бывает, но целый год ждать счастья, когда там мы сдадим еще раз и второй шанс, вы придите, поучитесь, и мы вас подготовим, и у вас будет крепкие знания, сможете еще зарабатывать на этом какие-то средства. Куда приходить и когда? Стартует курс 2 октября. Мы ждем по адресу Героев Хасана 16. Звоните 298-08-85. Спасибо за такую интересную информацию. Я напомню, этим утром у нас в гостях была Лариса Подхватилина, координатор учебных программ школы дизайна. А наш утренний эфир продолжает рубрика «Детский утренник». Эту неделю мы проведем в компании воспитанников детского сада Центра развития ребенка номер 40 «Сороконожка». Сегодня 5-летняя Аня Лунева из группы «Звездочки» прочитает стихотворение Марии Сидоровой «Осенний зонтик».